Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Кушать подано. В Бобруйском горосполкоме обсудили качество питания в учреждениях образования. В Бобруйском горосполкоме создана и активно действует межведомственная комиссия, где обновили оборудование и сколько детей обедают бесплатно. Время заглянуть под елку. Военный комиссариат Могилевской области исполнил мечту 9-летнего Вани. У нас есть возможность ездить и дарить детям радость. Почему Новый год – время чудес и где живет самый жизнерадостный мальчик? Праздник к нам приходит. В Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Я приглашаю всех жителей города Бобруйска, всех гостей на праздничную новогоднюю елку. Какой маршрут и во сколько зажгутся огни главной елки? А также стратегия интеграции, уверенная победа и запрещенные товары. До 30 июня 2023 Беларусь продлила продэмбарго на товары западных стран. Что в списке? Союз равных. Президент провел совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества. В первую очередь они касаются экономики, в частности дорожных карт, главная цель которых – снизить негативный эффект от санкций, облегчить развитие ключевых секторов экономики и углубить промышленную кооперацию, а также реализовать важнейшие импортозамещающие проекты. В пакете 28 программ выполнено порядка 60%. В целом курс на сближение с Россией Александр Лукашенко считает правильным, и это доказало время. Интеграционные документы нужно рассматривать как возможность укрепить позиции Минска и Москвы, а не как желание одной из сторон подавить другую. Многие у нас тут начинают шептаться, когда чего-то не получается договориться, что Россия ставит неприемлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю. При всех сложностях, если Российская Федерация, руководство, хочет строить отношения с суверенным, независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное, независимое государство, но очень близкое, очень надежное, где все русское от языка до российских традиций свято чтится, мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы государство, суверенное и независимое. Уже 19 декабря Беларусь с официальным визитом посетит Владимир Путин. Лидеры проведут переговоры в Дворце независимости. Начнутся они с разговора в широком составе, в котором примут участие главы государств, члены правительств, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После президенты продолжат диалог в формате один на один. Затем, как ожидается, сделают заявление и ответят на вопросы журналистов. Залог здоровья ребенка. В Бобруйском горосполкоме обсудили качество питания в учреждениях образования. Так, к началу учебного года было выделено около 40 тысяч рублей, благодаря чему отремонтированы пищеблоки во многих учебных заведениях, произвели косметический ремонт. Заменили оконные блоки, обновили электропроводку и многое другое. На 1 декабря 12 702 ученика бесплатно питаются, а еще больше 1800 имеют право на 50% скидку. Субъектами, организующими питание в учреждениях общего среднего образования, являются комбинат школьного питания «Купаленко» и Бобруйский мясокомбинат. В учреждениях дошкольного образования – это отделы по образованию администрации районов. В Бобруйском горосполкоме создана и активно действует межведомственная комиссия по контролю за организацией питания. Еще один вопрос на повестке – кадровое обеспечение идеологической работы в организациях Бобруйска. Так, на производство города трудятся 47 заместителей директора, еще 43 в учреждениях образования, плюс в здравоохранении, спорте и культуре. Многие из них параллельно отвечают и за другие важные направления – кадры, хозяйственные участки, транспортное снабжение и не только. Белорусская нефть, легкая промышленность и укол здоровья. В стране завершилась кампания вакцинации против гриппа. Можно ли еще сделать прививку? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. До 30 ноября 2023 года Беларусь продлила продэмбарго на товары из западных стран. Запрет на ввоз распространяется на изделия из США, ЕС, Великобритании, Канады, Черногории, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Албании. В черном списке мясо крупного рогатого скота, свинина, молочная продукция, яблоки, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, соль и другие.
Белорусские нефтяники сумели показать максимальный уровень добычи черного золота за последние 20 лет. В этом году планка превысила 1 миллион 800 тысяч тонн, что на 75 тысяч больше прошлых результатов. Показатели стали возможны благодаря усилиям всех работников концерна. Так, на протяжении последних 2 лет компания работала над завершением строительства новых скважин. Плюс специалисты внедряют современные технологии мирового уровня. Кампания вакцинации против гриппа завершилась. Несмотря на это, сделать укол на платной основе еще можно. Человеку, изъявившему желание, следует обращаться в свою поликлинику, либо уточнять информацию о том, где еще имеются препараты, в управлениях здравоохранения своего региона. Стоит отметить, в каждой области Беларуси привито более 40% населения. В целом по стране это более 3 миллионов 700 тысяч человек. «Беллегпром» нарастил поставки продукции в Дагестан. Минское производственное кожевенное объединение подписало контракт на поставку товара на 100 миллионов российских рублей. Продукция и ранее экспортировалась в этот регион России, однако партнеры готовы наращивать объемы. Также принято решение проработать вопросы поставок ковровых изделий в торговые объекты. На ЦСКА-арене в Москве стартовал традиционный международный декабрьский турнир, в котором впервые за 29 лет принимает участие и сборная Беларуси по хоккею. В первом матче дружина Крейга Вудкрафта играла против Казахстана. Итоговые цифры на табло 4-1 в пользу наших парней. Хет-трик на счету Алистрова, еще одну шайбу забросил Горбунов. Следующий поединок против россиян пройдет он 18 числа. Внимание и осторожность! С 19 по 23 декабря в Могилевской области пройдет неделя детской безопасности. Лейтмотив акции «Профилактика травматизма». В 2022-м на дорогах региона с участием несовершеннолетних произошло 37 ДТП, в которых пострадали 45 человек. В преддверии зимних каникул ГАИ напоминает, переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но прежде чем начать движение, необходимо убедиться в том, что все автомобили остановились и пропускают вас. Сотрудники ГАИ Бобруйска будут следить за тем, чтобы несовершеннолетние пассажиры перевозились в автомобилях в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Водителям необходимо быть предельно внимательными и до минимума снижать скорость, проезжая дворовые территории. Сказка не во сне, а наяву. В Бобруйске на одного счастливого ребенка теперь больше. Мечту 9-летнего Вани исполнил военный комиссариат Могилевской области. В эти предновогодние дни люди в погонах рядом с теми, кому особенно нужны внимание и поддержка. Мальчик инвалид по слуху, несмотря на это, его жизнь наполнена яркими красками. Наш следующий сюжет о взрослой заботе от чистого сердца и искренней благодарности от самых маленьких. Самый добрый и волшебный праздник все ближе, однако мечты многих ребят сбываются еще до боя курантов. Вот и 9-летний Ваня не напрасно верит в чудеса. В гостях у мальчика председатель областной организации «Белая Русь» и военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин. С собой новогодний подарок – спортивный комплекс. Разрешите от офицерского собрания, Ваня, тебе и Ольга Викторовна вам подарить наш новогодний подарок с пожеланием вам всем крепчайшего здоровья, мирного неба над головой. Ну и чтоб ты рос крепким и здоровым мальчишкой. Держи. Это тебе. Ежегодно сотрудники военного комиссариата области примеряют на себя роль добрых волшебников. Выбирают 2 детей из разных уголков региона и приносят в их дом радость. Ну и Ваня, как настоящий гостеприимный хозяин, не отпускает без подарка Александра Горошкина. У нас есть возможность ездить и дарить детям радость. Это вообще, наверное, зрелость общества, когда мы можем приехать к тем, кто больше нуждается в этой помощи. С огромным удовольствием коллектив мой всегда принимает, мы уже, наверное, 5-й год, принимаем участие вот в этой акции перед Новым годом. Ваня – инвалид по слуху, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. И спортивный комплекс – идеальный подарок. Ведь мальчик очень активный и вместе с мамой ходит в бассейн, катается на коньках и в парке на лыжах. Летом предпочитает прогулку на велосипеде. Сколько можешь выдержать здесь? Просто повиси для укрепления рук. Вот. Уже в год и 9 месяцев у Вани начались проблемы со слухом. Не откликался на слова. После был отит, который усугубил здоровье. Несмотря на все сложности, мама всегда была рядом и верила в сына. Работала, заботилась, не опускала руки даже в самые трудные времена. Сейчас мальчик учится в 3-м классе. Пишет, читает, считает, познает мир. Мама, а что такое мачеха? Мы читали 12 месяцев. Ну, я ему объясняю. Мачеха – это вторая мама в семье, если вот так получается. А почему вторая мама?
и объясняют, ну, ситуация бывает, либо мама уходит из семьи, либо мама умерла. Он так расстроился. Мама, как же так? Он говорит, Вань, ну, мама бывает добрая, вторая, то есть мачеха, а бывает зла, ну, кому как повезет. А, понятно, подошел, так обнял меня. Мама, я тебя так люблю. В будущем у Вани много планов. Закончить школу, получить высшее образование, стать хорошим врачом. И мама уверена, что нет ничего невозможного. Главное – верить. Ведь если веришь, что все обязательно будет хорошо, даже лучше, чем ты сам можешь устроить. Ирина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В ожидании волшебства уже завтра в Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут «Социалистическая Максима Горького». Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей начнет движение в 16:00 от Театра драмы и комедии. Завершит на площади Ленина. Сопровождать героев будет украшенная техника. Я приглашаю всех жителей города Бобруйска, всех гостей на праздничную новогоднюю елку, новогодние чудеса на площадь имени Ленина. Все будет очень красиво, зажигательно, увлекательно для детей и жителей города Бобруйска. Торжественная церемония зажжения огней на главной елке начнется в 17:15. Высота праздничного символа больше 28 метров. Кстати, украшения в этом году будут новые. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!